Привет, прогрессивный народ. Это истинный следователь. Обзор небольшой, шланг для душа. Небольшая вещь, но думаю, есть что про нее рассказать. Фирма Идис. Это как бы российская фирма. Еще есть Миларда, та же самая, по-моему, организация. Просто Миларда немножко подешевле, как бы эконом варианты. Вот в этом магазине не было Миларды, а цена, это Максидом, цена была такая же, как на 100 рублей дешевле, чем в старте, и как в старте Миларда. Вот такая вот чушь сейчас получается, потому что хаос происходит в стране давным-давно. Он уже да, все время он происходит в России, хаос. Что могу сказать? Это из нержавеющей стали. Почему я взял его именно? Потому что он более мягкий, чем ПВХ. Вот у него такой маленький радиус. И при этом он не сломается. А если ПВХ вот так вот у вас будет все время сгибаться, он здесь сожмется и треснет. Поэтому как бы вернулся к старине, как старые были железные. ПВХ купил качественный. Был вот так вот шло, шланг, он вот так падал вниз и перегнулся в конце концов. Конечно, надо следить, чтобы не перегибалось, но перегнулся. То же самое фирма Идис. Как я понимаю, она ничего не делает. Она просто у китайцев заказывает. Что здесь написано? Читаем. Double lock, это зажим один раз и потом еще проворот металла. Наверное, хорошо. Если один раз зажать, тоже нормально будет, я думаю. Система Twist Free. Это то, что вот крутится вот этот сверху. И то есть лейка не давит на сам шланг. Хорошо. Фильтр. Вот он здесь. Сейчас покажу. Ну, нафиг не нужен, потому что фильтр сейчас уже почти что у всех стоит перед счетчиком. Такая же сетка. Только в квартиру уже при входе стоит. Так, здесь аккуратненько такая защита сделана для хрома. Резиночка нафиг не нужна. Она потом слетает со временем. Если хороший зажим, то просто зажимается точно. И этого диаметр хватает. Гайка для закрутки. Ну, плоскость хорошо. Прокладка силикон более качественная. Она немножко дороже. Ну, хорошо, что ребята это сделали. Вот так. Ну, в общем-то, все. Длина 1,5 метра. 3 года гарантии. Но они столько и служат. Предыдущий ПВХ. Он и не сломался до сих пор, переломился, потому что не надо было, чтобы он так сгибался резко. Так, почитаем по заказу фирмы SKL. Фактический адрес. Непонятно, где точно делают. Что-то мне показалось, что в Китае. Может быть, у нас. Сообщите. Но у нас все предприятия развалили бандиты. Так. И почему он более мягкий? Потому что здесь, как вы знаете, резиновый шланг, у него меньше диаметр, поэтому он лучше гнется. Вот такой радиус. Поэтому более мягкий такой шланг получается. Тот дубеет ПВХ. Даже качественный, который вот Идис у меня был, он все-таки дубовый какой-то становится со временем. Может быть, есть какие-то новые разработки. Пока мне не встречалось. Всем спасибо. Это был истинный следователь. Обзор шланг для душа. Идис А50211. Нержавеющая сталь 1,5 метра. Всем пока. Слава прогрессу.